Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале еще один нож швейцарской компании Victorinox, который был предоставлен для обзора новосибирский магазин ножей Клинок. Это еще один нож из серии Alex 2016 Limited Edition. В данном случае мы с вами имеем дело с таким ножом, который уже выпускался в этой серии в нескольких предыдущих годах. Нож называется Кадет. Традиционная для этого года упаковка. Вот эти буквы сразу показывают, какого цвета будут накладки у ножей в этом году. Внутри сертификат, вот такой вот лежит, инструкция по использованию и, собственно, сам герой нашего сегодняшнего коротенького обзора, нож Кадет. Я здесь не буду разливаться мыслью по древу функциональности этого ножа, потому что, по большому счету, функциональность Кадета ровно такая же, как на всех других ножах серии Alex. Здесь, скорее, конечно, интерес представляют тут сами накладки этого ножа, что его версия есть теперь и вот с такими накладками. Внутри пилка для ногтей такая, или ее можно как небольшой напильник использовать, да, какая-то такая, ну, ковыряющая, опять же, на мой взгляд, для ногтей, ну, наверное, для чего-то другого можно подковырнуть клинок, и, собственно говоря, две открывашки. Чего-то нетрадиционного для серии Alex в этом ноже нет, кроме того, что вот он сделан с такими вот накладками в фирменных цветах этого года. Я надеюсь, что Victorinox эту традицию продолжит. В 2015 году были накладки такого ярко-синего цвета, на мой взгляд, очень красивого. Ну, давайте заодно укажу, что, конечно, ножи серии Alex, они весят обычно несколько поменьше, чем вот простые варианты этих ножей. В данном случае этот нож весит порядка 46 грамм. Так вот примерно выглядит. Очень симпатичные ножи. Я вообще не особо любитель вот этого пурпурного цвета такого, но должен сказать, что в исполнении компании Victorinox вот такой он металлический здесь очень мне нравится, очень красивый лично, на мой взгляд. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.